Лучше я буду сидеть на картошке и на селедке, чем кто-то из Белого дома будет рассказывать России, как ей себя вести, а как себя не вести. Такая форма поведения России вынужденная в связи с тем, что происходит в мире. Ну, кто выиграет от торговых санкций, как с одной стороны, так и с другой стороны, это мы посмотрим через какое-то время. Я думаю, что наша экономика выживет. Я думаю, это очень хорошо отразится на нашей сельскохозяйственной продукции Белоруссии. Те санкции, которые президент Путин ввел против Запада, они, разумеется, оправданы. То, что он делает, я ему аплодирую. И то, что произошло повышение вот этих цен, это, конечно, надо придавить, потому что раз уж решили, что мы делаем для наших лучше, для России лучше, то не должно становиться людям от этого хуже.